Buffalo. Рассеивание под давлением должно проходить быстрее. Мы все делаем по твоей инструкции. Если нужно другое соотношение, укажи цифры. Сами они не сообразят. Они не химики. Я читал их уголовные дела. Засунь себе эти дела. Я тщательно проверил все расчеты. Если эти люди не могут точно следовать указаниям, найди других. Черт! Реакция пошла! Делай что-нибудь! А что я могу? Хотя бы выли это все, дебил! Чувствуется, что у тебя тут работают настоящие мастера. Иди ты в жопу. Не хочется портить вам праздник, но я чуть подробнее изучил данные Исаака по биоматериалу Soul Street. Дело плохо. Речь идет о механизмах распыления и культурах для выращивания вирусов. Драгов помогает Кинру с разработкой биооружия. Мы просто обязаны это пресечь. Агент, зачисти северную часть пирса. Груз, который зэки готовили к отправке, необходимо уничтожить. Ни в коем случае нельзя допустить, чтобы он покинул этот причал. Насос.
Насос включен. Одобряю твой подход, агент. Заполним баржу горючим, и полыхнет только так. Это должно серьезно затруднить им производство биооружия. Киннер думает, что все схвачено, но мы сорвем его планы. Не факт. У него было много времени на подготовку. Возможно, нам понадобится помощь извне. Но пока что это большая победа для нас. Ренегат ликвидирован. Драгов был ключевой фигурой в Нижнем Манхэттене. Он сумел снова объединить зэков и прибрать к рукам кучу ресурсов. С его смертью в их рядах появится вакуум власти, и это нам на руку. Я пошлю отряд забрать химикаты у Пирса. Здорово, что мы их отбили. Хотя кто знает, сколько он успел передать Киннеру. Фэй, это Келса. Что слышно про Киннера? Ну, я перехватила несколько его радиосообщений. По крайней мере, теперь мы знаем, он все еще в Нью-Йорке. Но сигнал прошел столько ретрансляторов, что отследить источник нереально. Зато можно не бояться, что мы гоняемся за призраком. А я была бы не против. Это значило бы, что этот гад уже сдох. Рядом находятся заложники. Thank you.
один ключ доступа. Враг высунулся! Пристрелю! Цель рядом с тобой. Поставили щит. Рядом обнаружена контрольная точка союзников. Цель поблизости, шериф. Цель здесь.
Зачистка улиц по одному уроду за раз. Молоток, шериф. Давайте, заряжу! Сейчас все будет.
Этот рапирный станок выглядит очень впечатляюще. Тебе доводилось когда-нибудь ткать вручную? Лучше даже не пробуй. Теперь все станет куда проще. Как будешь у нас в следующий раз, посмотри, что наши на нем мастерят. Рядом союзная контрольная точка. Приближаешься к группе миротворцев. Они базируются в поселении Гавань, которым руководит Пол Ротс. В этом ополчении служат бывшие сотрудники ОТГ и гражданские. Миротворцы по мере сил следят за порядком в этом районе. Может, у них не лучшее оснащение и подготовка, но постоять за себя они умеют. Не провоцируй их. Цель рядом с тобой. Убирайся отсюда!
Их не осталось. Да мы еще пивка с вами попили. Найдено мобильное устройство. Что будет с заключенными? Они останутся здесь. Бросите людей в заперти. Не всех. Тех, кто не представляет опасности, уже выпустили. Но остальных придется оставить в камерах. Это ради всеобщего блага. Они представляют угрозу для общества. Я не позволю вам этого сделать. Это не тебе решать, агент. У тебя есть приказ вывести меня с острова. Мой приказ — служить людям. Жаль, я слишком задержался на задании и опоздал. Ты был бы уже мертв. Стой! Что ты делаешь? Эй! Не надо! Полыщи! Обнаружена вражеская контрольная точка.
Рядом контрольная точка противника. Еще один ублюдок в твой послужной список. Отлично. Теперь мы точно знаем, что здесь недавно побывал Каджика, но этого мало. В соседней церкви укрылась одна община. Они отслеживают передвижение патрулей в этом районе. Может, им что-то известно. Перехвачен радиосигнал врага.
Дерьмовая броня! Перехвачена трансляция врага. Поговори с главой общины. Спроси, что она знает про эти патрули. Здравствуй, агент. Я стараюсь держать руку на пульсе событий. Недавно здесь проходил патруль. Они сказали, их послали разузнать насчет источника подземных толчков. Они направились к тоннелю Хью Кэрри. Это к югу отсюда. Найдено электронное устройство. Но больше мы их не видели. Проверим тоннель. Если повезет, найдем этот патруль, и они сами все расскажут. У меня плохое предчувствие. Да, у меня тоже. Найдено мобильное устройство. Найдено электронное устройство. Я знаю, что ты был там. Что за херню ты несешь, я не понимаю. Адская кухня. Ну да, был я в адской кухне. Вы напали на поселение. Мы просто взяли свое. А какие-то придурки попытались с нами драться. Они сами виноваты. Ты убил мою сестру.
Да? Не припоминаю. Наверное, я пальнул ей в спину. Ах ты, гнида! Чтоб вы все сдохли! Недавно рядом с тоннелем Хью Керри пропал патруль ОТГ. Я пытался с ними связаться, но они не отвечают. В этом районе действует Каджика, так что они, наверное, не хотят выдать себя. Не обольщайся, агент. Если там Каджика, эти люди уже мертвы. Боюсь, Фэй права, но надо проверить. Гражданские в опасности.
Щит поставили.